Итак, всем привет, ребят, как у вас делишки рассказываются, потихонечку начинаем. И сегодня будет с вами проходить испытание с Гриффином. Это новое испытание, в котором можно выбить нового бравлера, Гриффина. Я еще даже не видел, как им играется, не видел его в ладере, так что для меня это новый бравлер будет. Я очень хочу его открыть. Осталось ровно 22 часа до конца события, то есть 22 часа до того, как его можно выбить. Потом его выбить уже нельзя будет, только, ну, достать, наверное, из ящика, я думаю. Для этого нужно сделать 15 побед, и у вас есть за это 3 жизни, и... Я не знаю, смогу я это сделать или нет, потому что команда рандомная, соответственно, шансы на победу, они просто 50 на 50. Я понадеюсь, что я сегодня вытащу его, этого бравлера. Поехали. Первые там будут у нас Брау Бол. Я думаю, что для Брау Бола как раз-таки подойдет Эдгар. Ну, мне вообще очень нравится Эдгар, это очень сильный бравлер, он очень простой и... довольно-таки, ну, много дэмэджа и очень, ну, эффективно. У меня хорошо на нем получается играть, поэтому я думаю на нем стартанем. А там, если что, может быть, другого кого-нибудь поменяем. Пока на Брау Бол точно подойдет Эдгар, 100%. Я бы взял база, но у меня база не вкачан. Фух, концентрация. Фух, 3 жизни. Новый браулер. Блин, держи его, пока идет. Я не буду пока прожимать, слушайте, они нас сейчас забьют. Боже. Боже. Что? Я вообще ничего не могу сделать. Что ты делаешь? Выбей его. Да что? Это худшее начало, я не знаю. Просто команда, вы видели сами, АФК. Чуваки, АФК стоят. Они зашли выбивать нового бравлера, понимаете? Нового бравлера. Они стоят АФК. Я просто в шоке. Там команда, походу, играет. Серьезные ребята. А у меня просто АФКшники. Боже. Ну, походу, я этого бравлера достану из ящика. Не знаю, кого буду выбивать. Просто АФК команда. Что делать, я не знаю. Просто АФКшники. Ну, все, они так же стоят, смотрите. Ну, здесь чисто на скилле, ребят, концентрация, вы понимаете, просто тут по-другому никак. Ну, полтора челика забрал, у них у одного лоу хп, у второго надо бы целиково забрать, все. Они вообще ничего не могут сделать. Хорошо, этот нубик. Сейчас. Да давай ворота! Да блин! Секунда! Я бы ударил, забил. Давай, братан, давай. Ну докатись, добейте его кто-нибудь, этот мячик туда, пожалуйста. Ничья, да, будет? Так, хорошо, ничья. Мне, надеюсь, за это не снимут поинты. Ничья. Ага, все, хорошо, ладно. Главное, не проиграли. Боже, как это сложно. Ну это я только разыгрываю. Сейчас все нормально будет. Ну я всех забрал, да, без просто пните мячик, хоть что-то сделайте, пожалуйста. Я не могу, я один играю. Я просто, как будто этот бравлер нужен только мне одному.
Хорошо. Ну давайте, там же вообще не умеют играть. Я всех забираю, просто всех, но я не могу допинать этот мячик. Но он меня не убивает. Хорошо, это гол. Фу, как это сложно. Как же это сложно. Так, хорошо. Он там один остался, надо забирать его. Хотя ладно, 10 секунд, в принципе, мы выиграли, я просто мячик буду держать. Первая победа. Сто голды дали, хорошо. Еще 14. Я не сделаю 15, поэтому это нереально, просто нереально. Если бы команда была... Браво, просто браво. У нас опять какие-то, я не знаю. Все, гол. Ой, красава. Блин, я был близок, я мог. Но он АФК стоит, просто АФК! АФК стоит, я не могу, он просто зашел, АФК стоит. Это нереально, это просто нереально. Это просто, у меня нерв не хватает в эту игру, блин. Они заходят убивать бравлера и стоят АФК. Как такое вообще возможно? Я не хочу в нее вообще играть, просто. Мне не нужны уже никакие браулеры. Просто, блин, чуваки заходят и две игры подряд мне сливают АФК-челики. Как я должен побеждать, если они просто АФК стоят? Все, я в тильте, я проиграл. Хотя он у них теперь тоже АФК-шник. Зайти играть за браулера и ставить АФК, это просто сверх, я не знаю. Давай, я всех забрал. Забей. А, мне еще и забить надо. Как же горит. Я два раза просто проиграл из-за того, что у меня были АФКшники в команде. Ну давай, да беги до него, пожалуйста. Ну давай, забей просто и все. Хорошо. Теперь видите, у них АФКшник. Давай, просто пни его туда, хорошо. Вот как, я не понимаю, вот как просто люди... Ты зашел поиграть за испытание. Ты хочешь выбить нового бравлера. Тут дают голду за победу просто. И чуваки стоят АФК. Это как вообще такое может быть? Я просто не понимаю этого. А как выиграть 2 в 3? Это невозможно в 2 в 3 выиграть. Вон опять АФК. Просто опять АФК, смотрите. Я нажал же. ГГ. Нажимаю, почему-то не работает кнопка. Давай, 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 брат, пойдем. Ну, мячик, дай вперед. Окей, красава. Красава.
А, красава, да, мы проиграли. Вот, просто, браво, офигенно играть с рандомами, просто две игры мне запороли АФКшники, которые не знают, что делали. Я не буду ничего здесь покупать, мне никакие браулеры уже не нужны, просто я